Доброго времени суток всем пользователям канала Funny Mushroom School. Один пользователь задал вопрос, на который я уже устал отвечать множество раз, в письменном и в любом другом виде, поэтому я решил сделать видео и раз навсегда расставить точки в этом вопросе. Итак, пользователя интересует, можно ли садить грибы в вешенку в том случае, если только что вы взяли и спилили ствол, например, какого-либо садового дерева. Например, вот такой ствол, или вот такой ствол, или, например, вот такие стволы. Можно ли в таком случае на свежеспиленный ствол посадить грибы вешенку? Сразу вам отвечаю, можно. Отвечаю два, нужно. Никогда еще пни от старых деревьев не становились украшением какого-либо сада, или в дальнейшем, если идет планировка какого-то строительства, могут возникнуть огромные проблемы с удалением этого ствола, если он, например, такой толщины или еще больше. Для того, чтобы ускорить процесс уничтожения этого ствола и убрать его с территории, можно применить метод уничтожения этого пня одним простым и доступным способом для каждого человека. Для этого вам понадобятся некоторые нехитрые приспособления, которые можно найти в любом хозяйстве. Итак, первое, это нужно иметь качественный и хороший мицелий, который можно заказать у нас на нашем сайте. Вот его адрес. Если вы сделали уже заказ, и этот мицелий находится у вас в руках, вы можете сделать тогда следующее. Вам нужно взять и спилить дерево. После этого на оставшийся пень, пример будем приводить на тех пнях, на которых уже, как можно видеть, растут грибы, будем делать следующее. Для этого мы подбираем максимально большое сверло, которое мы находим в хозяйстве. Это сверло довольно-таки большое, оно от другого агрегата. И в такую маленькую приспособление, как эта ручная дрель, оно не помещается. Значит, вы берете сверло максимально большого диаметра, которое можно насверлить отверстие, и делаете эти отверстия в этом пеньке. После этого, когда вы сделали эти отверстия, вы вносите сюда свежий посевной мицелий, который вы заказали у нас на нашем сайте по этому адресу. Вы берете этот мицелий, открываете пакет, распечатываете его, небольшое количество отделяете от основного и засеваете его на поверхность этих дыр. Сверху, когда вы проделали эту манипуляцию, вам нужно будет сделать одно нехитрое приспособление. Для того, чтобы этот мицелий не высыхал, для того, чтобы его не повреждали вредители, не попадала инфекция, вам нужно будет взять небольшое количество какого-то полиэтилена и ствол, которым вы делали сверление и вносили мицелий, закрыть от попадания лишней влаги и уничтожения мицелия вредителя. Не спешите очень герметично его запечатывать, потому что мицелий может задохнуться под полиэтиленом, особенно если на него светит солнце, он просто там сгорит. Поэтому очень неплотно закрепите этот полиэтилен на этом срезе, так, чтобы мог поступать свежий воздух, и так, чтобы прямые солнечные лучи не перегревали мицелий, который находится под этой пленкой. В этом месте вы можете видеть, как уже растут ранее посаженные грибы на пни. Грибы — это вешенка, скорее всего, какой-то штамм вроде P77, потому что он такой черный. То, что находится сверху, вот эти красивые такие вот экземпляры, это немного другая история. Это грибы шиитаке, из которых каждый может сделать в своем саду очень красивую грибную грядку. И в любое время, когда подходит хорошая
погода соответствует тем условиям, в которых растут грибы, вы можете прийти и собрать грибы шиитаки у себя на грядке. Вот можно видеть вот такую грядку, которая сделана непосредственно под деревом. Здесь мы наблюдаем вот снятые, срезанные грибы. Вот эти пенечки, которые остались, они остались уже после среза гриба, и они еще, естественно, в природе немного подрастают. Здесь старые уже отработанные блоки, которые со временем они все-таки распадаются на исходные элементы и просто исчезают. То есть не требуют особенной уборки, в то же время удобряют землю. Вот грибы, которые самостоятельно вырастают. Вот можно видеть пенечки от предыдущих срезов. Также здесь. После того, как пройдет небольшой дождь, мы на этих блоках можно будет опять видеть, как будут вырастать новые примордии и будут вырастать грибы. Здесь также есть такой интересный момент. Тоже можно задать вопрос относительно тех пеньков. Где-то бытует мнение еще тоже в интернете, что для посадки грибов нужны старые пеньки, которые пролежали длительное время. Вот этот эксперимент. Под этими пнями неоднократно делалось засев мицелия. И однозначно под этими, на этих пнях никогда грибы не вырастали. Причина вся в том, что эти пни старые. И самая главная причина то, что на них нету коры. Кора была видно или обсыпалась, или снята с этих стволов. И если здесь нет коры, грибы, вешенка, то на этих пнях расти не собираются. Тут их никогда не наблюдалось. Значит, вот здесь четко видно, что в тех местах, где кора отделяется от самого ствола, создаются максимально благоприятные условия, и грибы вырастают из-под этих трещин в этих местах. Вот такой небольшой экскурс. Я думаю, что я максимально смог ответить на тот вопрос, который задавал пользователь. Если у кого-то есть какие-то другие мнения или еще какая-то полезная информация, попрошу ее оставлять или в видеоформате, или в виде каких-то письменных сообщений. Я буду вам за это благодарен. И многие пользователи, которые не будут делать глупых и неправильных действий, смогут избежать траты лишнего времени. Вот такие блоки можно заказывать у нас на сайте. И можно выращивать их даже в домашних условиях на подоконнике. По всем вопросам обращайтесь на сайт glivayuaprom.net или пишите письма. До свидания, с вами был Макс Аллер.